Шампанский. Лиза Никольс. Тренинг «Прорыв к успеху» с Николаем Латанским и с Лизой Никольс. 14-16 сентября в Киеве. So it's time to do that. You have to see what's going on in your head. Вы должны увидеть, что творится в вашей голове. So it's time to do that. Итак, пришла пора сделать это. Your life is the physical. Is the physical form of the words that you're saying. You want a stronger life, a better life? You focus on the words that you're saying about yourself. Ваша жизнь – это физическое воплощение тех слов, которые вы говорите. Хотите более сильную, более лучшую жизнь? Фокусируйтесь на словах, которые вы говорите о самих себе. Strength and greatness doesn't come from outside in. It comes from inside out. Сила не приходит извне, она приходит изнутри. Wow. We're gonna set new goals. We're gonna push past where we normally would stop before. Мы поставим новые цели. Мы избавимся от того, что обычно нас до сих пор останавливало. Fear doesn't have more power than determination does. У страха нету столько много силы, как есть у решимости. Change only starts when you take action. Because action is everything. Перемены происходят только тогда, когда вы действуете. Потому что действие – это все. This is a breakthrough training. Этот тренинг называется «Прорыв». So it's time to do that. Итак, пора сделать это. So, I'm just saying, eat your vitamins and drink a lot of water before you come to our workshop. Предупреждаю, ешьте много витаминов, фруктов и пейте много воды перед тем, как вы попадете к нам на тренинг в Киеве. Because I'm coming for your breakthrough. Потому что я еду туда за вашим прорывом. It's gonna be so exciting. Это будет настолько круто. Yes. Wow. 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 Your life begins to transform. Ваша жизнь начинает изменяться. Упустите эту уникальнейшую возможность. Прорыв к успеху с Николаем Латанским и с Лизой Никольс. Now, if you think, this woman must be crazy. Если вы думаете сейчас, эта женщина, наверное, сумасшедшая. Да. Да. До встречи. До встречи. Пока. Пока.